Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Это, кстати, последнее видео уходящего года, так что успеете его посмотреть, успеете узнать, что же произошло в обновлении. И давайте же вместе дальше продолжим играть в Star Stable Online уже в следующем году. Также в конце этого видео будет прощальное видео с 2021 годом, так что берите вкусняшки, заваривайте чайчик, устраивайтесь поудобнее, седлайте своих коней и поехали! А начнем мы с того, что отправимся в зимнюю деревушку, потому что практически все обновления, которые добавились в этот раз, все они действуют там. При появлении в зимней деревушке первое, что мы увидим, это то, что появилась возможность запускать фейерверки и фонарики. Кстати, это неплохая затея, и я даже, пожалуй, сразу куплю вот эту большую хлопушечку. Может быть, один фонарик вот такой вот. И давайте, наверное, запустим его вместе. Все-таки хочется сделать последний видос уходящего года очень душевненьким. Потому что год был частично хороший, но при этом очень тяжелым. И соглашусь, что не могу сказать, что год был простым, но проще, чем предыдущий. Так что я хочу, чтобы в следующем году все было намного лучше, чтобы у всех все было замечательно, чтобы у Star Stable были замечательные обновления, чтобы добавили много классных новых лошадок, которых я смогу купить. Так что я запускаю, пожалуй, все, что могу выпустить в небо из своих карманов. И просто полюбоваться немножко на эту красоту вместе с вами. Потому что это действительно очень классно, особенно фейерверки. Красиво ведь? Согласитесь. А если запускать фейерверки вместе с друзьями, то их будет очень-очень много. Так что закупайтесь со своими друзьями фейерверками. Если у вас есть возможность в новогоднюю ночь посетить Star Stable Online, то бегите со всех ног в зимнюю деревушку и запускайте салютики. Недалеко от плаца в этой зимней красоте мы теперь можем увидеть зимний танцпол. Кстати, по-моему, именно здесь только несколько лет назад я и провела свой первый стрим по Star Stable Online. Я, к сожалению, не знаю, смогу ли я провести стрим еще раз здесь, но посмотрим, может быть, и смогу. Также здесь играет диджей Кай. Мне очень нравятся ее треки, так что приходите, можете потанцевать или посидеть у костра. Персонажи здесь довольно знакомые, так что почему бы и не расслабиться и не послушать очень приятные и мелодичные треки. Даже Джаспер со своим ломаным знаменитым танцем тоже здесь. Так что наслаждайтесь зимним временем, потому что, к сожалению, уже 12 января... При обновлении в среду зима уйдет, и останется ее снега только в долине спрятанного динозавра. Тут, кстати, добавился еще магазин одежды. В нем продается чисто праздничная одежда, платьишки разные вот такие вот. И купить вы их можете только здесь, больше нигде. У меня, кстати, по-моему, один комплект есть, темно-синий. Я его, по-моему, покупала. Но вот эти комплекты, ребят, я могу сказать точно, что я их покупать не буду. Я, в принципе, сомневаюсь, что все-таки захочу что-то себе купить из данных магазинчиков. Я до сих пор сомневаюсь по поводу покупки коней, но думаю, я их все-таки куплю, так как я очень хочу собрать коллекцию арабов. Так что слегка грустненько и немножечко как-то непривычно, что я не хочу с бешеным желанием покупать новых коней. Также здесь на озере с пингвинятами тоже можно запускать фонарики. Есть магазинчик специально отдельно стоящий. Это очень удобно. Чуть выше на холме можно запускать салютики. Так что можно разгуляться на ура. Очень много мест для посиделок. Очень красиво, достаточно просторно. Единственное, что ничего не отображается на карте. Поэтому вам просто нужно сесть на свою лошадку, пробежать все окрестности, и, глядишь, вы найдете все эти потаенные места с фейерверками, салютиками и с вот этими воздушными фонарями, которые можно запускать в небо. Также нам напоминают о том, что мы должны потратить теплые пожелания, которые у вас остались, и что оставшиеся после праздников прошлых лет можно использовать как теплые пожелания. Так что
Разработчики надеются, что это поможет собрать вам недостающие награды. Но я же в этот раз действительно какая-то неактивная, я ничего не собирала, я только получила вот этот недоуздок за 25, по-моему, теплых пожеланий, и больше мне ничего не хочется. Манией за питомцами я не страдаю, мании собрать все комплекты у меня тоже нету. Так что я, наверное, просто наслаждаюсь музыкой диджея Кай, этим звездным магическим небом, северным сиянием и всей вот этой просторной, прохладной, но достаточно умиротворенной атмосферой. И также не забывайте заглядывать под ёльское дерево, практически в самом центре деревушки Санта. Да, я её так называю, если кто не знает. Тут у нас все еще лежат подарки, так что welcome to Winter Village, заглядывайте, забирайте подарочки и радуйтесь. Также на сайте написано благодарность от разработчиков. Я ее прочту. Спасибо, мы хотим поблагодарить наших замечательных игроков за этот год. Вы заслужили настоящий праздник, и нам не терпится поделиться с сообществом всем, что мы приготовили на следующий год. Если, кстати, кто не знает, то в 22-м году нас ждет глобальное обновление персонажа. Я, если честно, этого жду больше всего. Меня это завораживает и одновременно пугает, потому что мы ждали с Каролиной этого очень давно. Хотели посмотреть, как это будет выглядеть. Нам обещают кучу всего, но я не хочу показывать это видео. Если вы хотите это посмотреть, то можете найти кучу видео на Ютубе, новостных лентах ВКонтакте в разных группах. И если вы состоите, то можете поискать еще и по разным чатам ССО. Но 22-й год обещает быть очень интересным уже благодаря этому событию. Это все, что было на этой неделе. Но что же нас ждет на следующей? Зима пока никуда не уходит, так что продолжаем радоваться ночному небу с воздушным белым снегом. Так что на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи уже в следующем новом году. Я желаю вам всего самого наилучшего, желаю, чтобы у вас все было хорошо, СК прибавлялись, лошадки не болели, неважно какие, живые, игровые. Я хочу, чтобы никто из людей, из вас, из игроков не болел, и чтобы Star Stable, если является вашей частью, чтобы огонек, который поддерживает радость, связанную с этой игрой, никогда не угасал, и эта игрушка доставляла бы и дальше вам удовольствие. Так что, прощай 2021. Поздравляю вас с наступающим 2022. Я вас люблю. Пока.